Итак, срочные новости с официального сайта mail.ru. Определены самые пьющие нации в мире. Около 2,4 миллиардов человек в мире, каждый третий, употребляет алкоголь. 1,5 миллиарда мужчин и 900 миллионов женщин. Такие данные приводятся в свежем исследовании The Global Burden of Disease Университета Вашингтона и Фонда Билла и Мелиссы Гейтс. В среднем по миру суточная норма потребления алкоголя составляет 0,73 порции для женщин и 1,7 для мужчин, при условии, что одна порция равняется 100 мл красного вина, либо 280 мл пива, либо 30 мл крепких спиртных напитков. Согласно исследованию, самыми пьющими мужчинами в мире были признаны румыны. На родине Дракулы ими потребляется в среднем 8,2 алкогольных напитка в день. Далее следуют жители Португалии и Люксембурга по 7,2 порции, а также Литвы и Украины по 7. Граждане исламского Пакистана наименее склонны к употреблению алкоголя. На одного пакистанца в среднем приходится по 0,7 алкогольных напитка в день. Самое же большое число порций алкоголя, выпиваемых женщинами, было зафиксировано на Украине – 4,2 напитка в сутки. Далее в рейтинге следуют Андорра, Люксембург и Белоруссия по 3,4 порции. Потом Швеция, Дания и Ирландия по 3,1. Жительницы Исламской Республики Иран говорят «нет алкоголю», тверже остальных в среднем на одну гражданку этой страны приходится 0,3 алкогольного напитка в сутки. Отмечается, что в основу публикации легли данные 1282 исследований, посвященных употреблению алкоголя и рискам для здоровья в 195 странах. Пожалуйста, пишите свое мнение в комментариях и обязательно подписывайтесь на канал, чтобы быть в курсе всех самых последних и интересных событий.